На Майдане началось строительство общественного туалета. Его возведением занимается Прикамская строительная компания. Новый объект рассчитан на одновременное посещение 42 посетителей. Кроме того, он будет отапливаемым. По словам строителей, уже существующих туалетов недостаточно. Нередко, например, во время народных гуляний отдыхающим приходилось стоять в очереди. Что касается нового объекта, то сейчас на участке ведутся монтажно-сварочные работы. В каждой секции предусмотрены кабинки для маломобильных групп населения. Планируется, что строительство объекта завершится до проведения Сабантуя, который пройдет в нашем городе 23 июня. Напомню, заказ на строительство общественного туалета исполком разместил на сайте госзакупок в марте текущего года. Тогда стоимость работ оценивалась в 14 миллионов рублей. Во сколько точно обойдется городу новый объект, на данный момент неизвестно.